Скучал неделю, готовил тексты, пришел и говорю. Как вы уже догадались, в эфире «Модный экспресс», и мы сегодня говорим о Милане, который стал семидневной столицей моды. Сегодня о трендах, о цветах и их сочетаниях. Если говорить о классике, то дизайнеры сумели предоставить все оттенки бежевого, которые только можно представить. Особенно это коснулось верхней одежды, пальто, накидки, тренчи. В таких тотал-луках могут, конечно, различаться оттенки и, конечно же, фактуры. Сочетание абсолютно разных фактур – это показал не один модный дом на неделе моды. Также модным трендом стало сочетание клетки с клеткой. Я уже не раз говорил, что клетка в фаворе, но дизайнеры пошли еще дальше. Модная клетка может быть на отдельных элементах одежды – жакет, юбка, колготы, обувь, сумка – или скомбинирована в одном изделии, например, в пальто. И чем больше разнообразной клетки встречается в трендовых вещах, тем лучше образ. Еще один новый взгляд на принт в одежде появился на всех подиумах Милана. Например, платье в стилистике игровых автоматов, платье из котлет или бумажных стаканчиков, а также пальто в стиле стиральных порошков или костюм в виде доллара с соответствующим принтом. Что может быть оригинальнее? Четвертый тренд на сегодня – это парча в золотом или бронзовом цвете, прямо как из времен Людовика XVI. Такие наряды в стиле дворцового шика с отделкой стразами, бусинами и пайетками были почти во всех коллекциях. Складывается такое впечатление, что мирового кризиса не существует, а может быть, это и пир во время чумы. В будущую пятницу мы продолжим разговор о неделе миланской моды. Я вам советую в уикенд приобрести пайетки и стразы, а вдруг они вам пригодятся. Ну а с вами был Николай Романов, гуру. Пока-пока.